Весь город – сцена. В Уфе прошел первый фестиваль уличных театров «Айда-фест». Мимы, клоуны, жонглеры и актеры из разных уголков России и даже Израиля устроили красочный карнавал прямо на улицах башкирской столицы. К шествию присоединился Норман Скалькис. Под бодрый барабанный бой нестройными рядами они начинают фестиваль. Карнавальное шествие «Айда-феста» окрасило в радужные цвета узкие центральные улицы города. Есть и клоуны, и жонглеры, и мимы. И вот, например, вы кто? Чем дальше продвигалась разномастная толпа, тем больше она становилась. Нехитрыми, но действенными способами уличные артисты увлекали прохожих за собой. Кто-то предлагал послушать необычную музыку. Кто-то стать частью пантомимы. Карнавал прошел через три главные площадки фестиваля: арт-квадрат, театральный сквер и площадь перед гостиным двором. Публику ждало около 40 представлений от 19 коллективов. Со всеми артистами организатор фестиваля Уфимский театр ДБФО познакомился во время своих многочисленных гастролей. Очень яркое шоу. Это большой праздник для всех жителей города и для артистов. Мы очень любим бывать на таких праздниках, очень любим делиться радостью, счастьем. У вас замечательные люди в городе Уфе. Радостные, веселые, позитивные. Нам очень понравился ваш город. На Айда-фесте коллективы специально отобраны так, чтобы наиболее полно представить все многообразие уличного театра. Искусства. Жанры спектаклей абсолютно разные, но всех объединяет одно – обязательное участие зрителей в представлении. И концепция Уфимского фестиваля – собрать максимально разножанровые театры. То есть именно поэтому такое сборище. Здесь и ходулисты, и звери, и все на свете. Потому что мы старались сделать максимально разнообразный фестиваль, чтобы познакомить уфимцев вообще. Чтобы они выбрали себе свой жанр театра. Первый фестиваль «Айда-фест» не должен стать последним. В следующем году организаторы планируют значительно расширить географию его участников. Норман Скалькис, Рустам Лукманов, «Россия. Культура. Башкортостан».